Здравствуйте всем. Американская резинка. Для образца набираем количество петель, кратное 3, плюс 2 кромочные петли. Первый ряд. Кромочную снимаем. 2 лицевые петли. 1 изнаночная петля. 2 лицевые петли, 1 изнаночная. И так чередуем 2 лицевые, 1 изнаночная до конца первого ряда. В конце ряда 1 кромочная изнаночная петля. Второй ряд. Кромочную снимаем. Провязываем 1 лицевую петлю. Делаем 1 накид. Провязываем 2 лицевые петли. Накид протягиваем через 2 петли. 1 лицевая, накид, 2 лицевые. Подхватываем накид и протягиваем 2 провязанные петли через накид. Лицевая, накид, 2 лицевые петли. Протягиваем 2 лицевые провязанные петли через накид. Так вяжем до конца второго ряда. В конце ряда кромочную изнаночную петлю. Вот что у нас получится. Эта резинка односторонняя. Чередуем первые и вторые ряды.